Так, дальше интересный банк. Тоже пятерки. Я решил не изолировать, потому что много высоких карт будет, и это будет сложно разыгрывать. Банк небольшой, желательно ставить 2-3-6, наш борт. И тут я придерживаюсь такой стратегии, что защищаю свои 5x от его дров и собираю одновременно с двоек и троек. То есть небольшими ставками по полбанка примерно бетфлоп. Терн идеальный. То есть никакое дро не закрылось, ни четверка, ни пятерка не пришла. Идеально бы было, конечно, 6x, потому что мы сейчас двойки не бьем, но это ладно, но не так страшно. Ставим терн. Валет бланк, очень редко у него валет будет в диапазоне. И дальше очень такой хитрый момент. 6x он навряд ли будет ставить. 2x, окей, он ставит. У него сейчас в диапазоне очень много дров. Очень много дров, которые он по-хорошему должен превращать в блеф. У него VSF 43, это говорит нам о том, что он это будет не так часто делать, но в целом нам тут больше смысла имеет сыграть чек-колом и половить его блефы, чем дальше ставить самому какие-то блок-беты. Чек-чек, мы идеально собрались с король 4 и в принципе можно идти дальше. Пользуйтесь этим моментом. Регистрируйся в покер-румах от нашего сайта и за активную игру получай на свой аккаунт Пекарь Stats Points, которые ты сможешь потратить у нас на сайте на индивидуальное обучение с тренерами, покупку видеокурсов, а также рассчитывайся PSP очками в нашем магазине с широким ассортиментом покер-софта и других полезных программ для покеристов. Пекарь Stats Points – это дополнительная value для наших игроков. Подробности по ссылке pekarystas.com/psp.